Всем приветики. Мы уже с Сережей почти оделись. Я оделась, Сережа одевается. Жду. Мы сейчас идем в парикмахерскую стричься. И Сереже надо подстричься перед 1 сентябрем, а то уже сейчас в школу идти. И я решила тоже подстричься, состричь все то, что я состригла. Мне надо что-то выровнять. Я понимаю, что я сейчас подстригусь и не смогу даже хвостик завязать, но надо что-то с этим делать, потому что все кривое, косое. Оу, кто-то из своих загашников вытащил этот чудесный палас или ковер. Мы на мусорке пошли. Голуби кушают. Приятного всем аппетита, товарищи. Что-то как-то они... Что им тут навалили? Какую-то жижу, смотри. Что это, каша, что ли? Которую они сами утром не доели. Еще рано, вот что. Мы что-то как-то быстро. Я боялась, что мы опоздаем, в итоге мы идем рано. Ну ладно, пойдем. Подождем, да, если что. Я уже дома. В салоне, в парикмахерской, новая девочка Анастасия. Мне она так понравилась. Она мне много чего рассказала. И мне нравится, как она мне подстригла. Она мне состригла почти все жженые концы. Вообще, мне так нравится. Я даже тащусь от своих же волос. Единственное, что, конечно, теперь волосы получаются более такие короткие. Сзади. Вид сзади, вид сбоку. Волосы получаются более короткие, но зато они более живые. Живенькие, живые всех живых. Мне очень нравится. А в итоге мы с ней поговорили, она такая говорит, ты сама обесцвечиваешься? Я говорю, да. Она такая говорит, на каком проценте оксида ты обесцвечиваешься? Я говорю, на тройке. Он говорит, о, молодец. Говорит, правильно, лучше на тройке. Вот. Она говорит, а тонируешься ты на чем? Я говорю, на матриксе. Она говорит, о, матрикс, хорошая краска. Я говорю, да, хорошая. А я говорю, эстель пробовала, но эстель мне не подходит, потому что он быстро смывается. Она говорит, да, есть такое, что эстель быстро смывается, но, говорит, очень много разных тонов, очень много... Чего ты хотел? Сосиски. В смысле, я не буду сейчас готовить, я только пришла. Нет, сейчас я еще сама даже не знаю. Сосиски маленькие. Вот, они, их надо готовить. Их надо готовить. Да. Иди гуляй. Ты уже собрался гулять, иди гуляй. Сбила меня. А, на чем я тонируюсь? На матриксе. И говорит, какой оксид? Я говорю, шестерка. Говорит, это ты уже... Он говорит, шестерка? Говорит, шестеркой ты уже окрашиваешься. Тонируется на 1,5, максимум 3%. Я говорю, ясно. Ну, она мне там посоветовала, обязательно надо, говорит, купить шампунь глубокой очистки. После того, как обесцветил волосы, обязательно помыл голову шампунем глубокой очистки, чтобы остановить вот это обесцвечивание, чтобы не ломались волосы. И еще какой-то то ли флюид, то ли что, белок для волос. Вот надо будет в капсулках каких-то, она мне все объяснила. Надо будет обязательно посмотреть, что это такое. Я просто забыла, как это называется. Но я сейчас вспомню, когда на Валберес зайду, сейчас вспомню быстро. Вот, так что надо заказать обязательно шампунь, потом вот этот белок для волос. И, соответственно, тонироваться надо на 1,5 или максимум на 3%. Надо купить 3% оксид. Вот. Вот как-то так. Потому что у меня тройка уже подзакончилась. Потом уже после салона я зашла. Нам ничего особо не надо было. Ну как, ничего особо не надо, а все равно полторы тысячи нет. 965 это в кирпичном. И почти 500 с чем-то, короче, помидорки по 200 подорожали. Три штуки такие здоровые помидоры. Самый маленький выбрала, самый здоровый. Вот помидорки и картошка. И картошка. Это в палатке. Потом я зашла в кирпичный, вот взяла. То я покупала чебуреки, а в этот раз я взяла попробовать. Чебуреки мы уже покупали 2 или 3 раза. Два. А это я взяла попробовать маленькие сосисочки. Как-то она их назвала, я не запомнила, ну и бог с ним. Маленькие сосисочки в тесте. Или я предскакала, думала, что я ему сейчас дам сосисочку, он думал, что они уже готовы, а их еще надо готовить. Подогревать. И взяла еще себе шейки. Шейки куриные, это на, может быть, на разгрузочный день. Сейчас в морозилку кидану, пускай будут 2 штуки. Но одна какая-то вообще маленькая прям. И вот побольше. Ну, ты, в общем, вот меня сколько взяла. Вот эти 360 рублей или 340 стоят.
килограмм. Ну, шейки сколько. Не пойму, откуда столько денег. А, я же этим еще сладости купила, забыла, господи. Думаю, господи, почему так много шейка куриная? Она вообще стоит там что-то около 140 или 160 рублей. Ну ладно, вот как-то так, все, больше ничего не купила. 1500 нет. О, что у нас творится? У нас заплатки ставят на асфальт. Здесь у нас хорошие, типа. Ну, без дырок уже хорошо. А вот там дырочки были, да-да-да. Заделали. Время без 10:03 дня. Вот, я себе готовлю завтрак-обед. Фиг его знает, может и ужин. Шейки куриные. Кто любит шейки куриные, как я, ставьте лайки. Бульон слишком... Я их тушу уже. Водички слишком много. Точнее, это уже бульон. Это уже бульон. Ладно, сейчас чуть-чуть еще выветрится. И все. Буду кушать. А я уже есть хочу, не могу. Илья звонит. Взяли лодку покататься. Ну, в итоге, вы, ну, по-настоящему, где вы? В каком парке? По-настоящему, в каком вы парке? В каком парке? В каком парке? Парк какой, блин? Парк в Балашихе. А, в Балашихе. Ясно. Ну, хорошо. Ага. Ладно. Да. И что, там пруд есть, что ли? Пускай Илья гребет. Саша, отдохни, пускай Илья... Я говорю, отдай это, забери у Саши весло. Скажи, пускай ты погребешь. Пока, говорю, пока. Дома увидимся, все, чао. Давай. Я уже собралась, одела костюм. На улице 16 градусов. Господи, надеюсь, что в школе будет окно хоть немного приоткрыто, потому что обычно там такая жаришка, что дышать нечем. Да, 16 градусов, нормально. Для меня комфортная погода. Посмотрим, как будет погода в классе. Ну, жарко так, жарко, что поделать. Все, сейчас. А, зайду сейчас на Валберес. У меня там пришел мой соус. Краска для бровей, ресниц. Потом я заказала домашнее платье. Кстати, я как раз заказала домашнее платье, и кто-то мне там в комментариях написал: попробуйте, что-то из небесно-голубого цвета вам пойдет. Я как раз заказала цвет такой, ментол. У меня было точно-точно такое платье, но только оно все было в пятнах, уже застиранное, в пятнах. Я его выкинула и заказала себе новое, потому что мне самой цвет этот очень нравился. Ладно, сейчас иду на собрание, в первую очередь. А, нет, в первую очередь я сначала иду на Валберес, пофиг собрание. Да нет, я просто раньше выхожу, выйду пораньше, зайду как раз на Валберес, заберу вещи и уже потом пойду на собрание. Уже подхожу к школе, народу полно тут, все подтягиваются. Пацаны идут, вот эти, которые спереди, один такой другому, второму говорит: с Новым годом, к сожалению, школьным. С новым школьным годом. Да. Я уже в Магните решила по фруктикам немножко взять. Взяла грушек моих любимых Санта-Мария. Нектаринчиков. Узбекистан написано. Яблочки Гала. Очень вкусные. Ну и бананы. Сходила я на родительское собрание в Магнит. Вы уже видели... Что-то у меня аллергия на что-то пошла. Пошла на что-то аллергия, даже не знаю на что. Но вроде бы уже август, ничего не должно привести, да? Не знаю. Пью сейчас от аллергии, вроде полегче стало. На что-то или на кого-то у меня аллергия. Быстренько, сейчас распаковочка, быстро-быстро прям. Что, потому что сейчас Андрей придет, мне надо ему еще кушать, готовить. Творог я себе взяла. Я прям даже не то, что распаковочку, я прям только себе. Фрукты вы видели. Я вам прям их показала. Какие бананчики, нектаринчики. Еще я купила немного слив. Вот, сливы немного купила. Вышло все на 1800. Купила Илюше сырок глазированный. Так, что еще? Молока я взяла. А, еще вот что я взяла. Кукурузу в початок. 55 рублей одна штука. Взяла живую кукурузу. Я ее не варю, ничего с ней не делаю, не добавляю ничего, а просто ем. Добавляю в салатик. Свежую. Свежую. Ничего с ней не делаю. Еще, по-моему, я показывала яблочки Гала взяла. Или Гала.
взяла еще, скажите, карибскую смесь овощи. Пока есть, взяла. Ну и такое. Вот самое мое любимое, это вот этот. Глэд, я имею в виду, освежитель воздуха. Пион и сочные ягоды. Альтера взяла, масло закончилось у нас. Ну, не закончилось, чуть-чуть есть. У меня такой крысиный хвостик сейчас, да? Но я не могу. И мы на родительское собрание пришли. Как обычно, все окна запечатаны, по самой не балуйся. Дышать нечем, поэтому... Нет, в принципе, было не... ну, нормально, комфортно. Но мне-то все время жарко, понимаете же, да? Вот, поэтому я завязала. Пусть крысиный, но хотя бы он у меня завязался. Да, вот здесь все торчит, так быстро. Так, все, ладно. Тут еще шницели я взяла. Детям йогурты по акции 69 рублей штука. Так. Груши вы видели. Андрей, свежий хлеб черный. Ух ты, пакет порвался. Хорошо, что ничего не вывалилось. Воды-то такая, не слабо. Ну так, нормально. А здесь ничего такого мелкого нету. Я хочу вам показать быстренько Валберес, правильно? А то места нет. Все, подвинулись, все подвинулись, разошлись. Сливы надо убрать, а то не помнутся. Валберес. Зонтик мы убираем. Конечно, вот, взяла Эстель краску для ресниц и бровей. Но ресницы я ими красить такой не буду, потому что она будет слишком бледная. Вот. Я вообще хотела к девочке своей любимой поехать нарастить. А потом думаю, ага, я уже такая собралась ей писать. А потом вспомнила, что мне же еще через месяц, уже даже, какой через месяц, через полмесяца мне надо ехать на коррекцию к Наталье. Все-таки я решила, что мне нужен вот этот глазик. Вот этот идеально все. А вот здесь вот есть такие маленькие недочетики, скажем так. И я хочу, чтобы она мне прошлась еще вот этот один глаз. Эстель краска пришла. Для ресниц и бровей. Вы посмотрите, в каком она состоянии. Я надеюсь, там вообще краска есть. Не, не смотрела, честно скажу, не смотрела. Господи, что тут высыпается-то? Ну, это понятно. Ладно, мисочка. Шестой оксид. Сама краска. Даже краска мятая. Вы посмотрите, как будто ей уже кто-то пользовался. Вся помятая. Кто ж так краску пакует? И что это у нас? Щеточка. Ну, ладно, самое главное, основное и есть. Единственное, что вот куда мне вот эту коробку только на выброс. Ладно, сейчас я почитаю. Хотя, что читать-то, и так все понятно. Что на что разводить, что чего да как. Дальше. Соус. Я уже говорила. Мне очень понравился том-ям. И я, представляете, вот до такой степени мне понравился соус, что вот я, например, вчера себе делала салат, я такая задумалась, а с чем мне его сделать? С маслом, с майонезом, со сметаной, с йогуртом. И в итоге я стою и понимаю, что даже из-за того, что мне хочется соус, я не хочу даже есть салат. Представляете, вот до такой степени, да. Я себе заказала еще один соус том-ям. Вот! Эстель, учитесь упаковывать. Коробка, пакет, там еще пупырка. Угу. А не то, что вот это вот вы отправляете, краска. Просто в пакете вообще вся в хламину, вся коробка, вся краска, все помято. Как не стыдно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ладно. Вы уже видели, я показывала вот этот соус том-ям. Но, говорю сразу... Да, он мне понравился. Например, Андрей сказал, что ему вообще такое не нравится. Он говорит, фу-фу, он такой остренький, такой необычный. Но мне нравится, мне же нравится все острое, я обожаю. Вот. Так что то, что нравится мне, не факт, что кому-то тоже понравится. Угу. Илюхе тоже не понравился, только мне понравился, слава богу. Так, о! Что тут у нас? Забыла, как эта штука называется. У меня его никогда не было. Ух ты, подарочек есть. Спонжик. Спонжик. Классно же, да? Спонжик какой-то тут еще положили. Ой, какой он мягкий, какой он нежный. Класс. Классный такой. Мякушка. Зашибись, чё. Классный подарочек, спасибо. Так... Что у нас вот это?
Консилер. Круги под глазами замазывать. У меня они есть, видно же, да? Вот даже видно на камере. Вот. Вот. Ой, вот так вот убрать бы, да? Но нет. О, вот он какой консилер. Вот такой. Тут ни хрена не видно, и камера, во, нормально, в принципе, да? Консилер. Там два варианта есть, для более загорелой кожи и более светлой кожи. Ну, конечно, я взяла более светлую, но смысл, я ж не загорала. Я, кстати, раньше вообще фанат была загара. Угу. Нифига он светлый. Блин, у меня что, типа загорелая кожа? Капец, как отличается, да? Сейчас посмотрим. Ну, понятно, что надо его распределять спонжиком. Ой, ну вообще он так быстро ложится. Не, нормально. Вот, я распределила очень даже. Очень. Тут на днях, вон, Илюхи готовила. Вот, давайте посмотрим, он замажет, нет? На днях Илюхи готовила и обожглась. А плиту вытаскивала Илюхи запеканка. И обожглась. Сейчас посмотрим, замажет она, нет? Вон уже мои пришли, блин. Ну, вот как-то так. Нормально, чуть-чуть вот видно, конечно. Вон, видите, когда бугорчик? Нормально, кстати, ну что так. Очень даже. Ну, там посмотрим, конечно. Так. Чё-то вы быстро. Я не успела. Нога. Сейчас последнюю быстренько. Ментол. Пониже сейчас камеру опущу. В этот раз на размер меньше. 60-62. У меня таких уже сколько? 4 или 5 было, да? Мне нравится. Вот это самое актуальное. Мне в них комфортно. Господи, я боюсь, что вот эта штука не испачкаю консилером этим. Все, ладно. А то мои пришли, надо их кормить. Кормить надо. Андрюш, ты кушать хочешь? Очень. Вот так вот. Очень. Ладно, сейчас я готовлю. Все? Пока. Так, мне тут пожаловались, говорит, задолбала ты уже со своими распаковками. Снимай что-нибудь другое, надоело. Ну, раз он надоело, ну, а что я могу снимать? Давайте я буду снимать, что готовлю, да? Сейчас будет ужин. Я ему поставила мясо. Это шашлык, который я вчера замачила. А вот он еще вчера ел картошку с шашлыком. И оно осталось. Сейчас я ему добавлю еще вот это то, что осталось от шашлыка чуть-чуть. Ему как раз. И еще друг ему передал грибочки. И вот это будет его ужин. Грибочки и картошка с мясом. А это лежачий полицейский был. Вот это он. И так всю ночь. Кстати, знаете, что меня прикололо в консилере в этом? Что вот я руки помыла, они везде мокрые, а вот где консилер не намокло. Я даже такого не знала, честно. Я же говорю, я бьюти-блогер еще тот. Это мой первый консилер. А нет, мне кажется, у меня уже был консилер. Только в виде карандашика. Это кисточка, а у меня был карандашик. Да, по-моему, да. Ну, классно. Так, что еще? Вот этот кремик, обожаю его. Мы все им мажемся. Илья пришел, намазался. Андрей мажется, все мажутся. Мне кажется, уже полкрема измазали, нет? Ну, уже нормально так. Вот. Вот он где. А ему буквально сколько? Дня 4? Ой, продолжаю пить витамины. Аргинин и витамины Б5, а комплекс Б витаминов. Вот он вот такой. Так, что еще? Вот я сказала, что у меня аллергия пошла. Помятая краска. Готовлю есть. Моя любимая картина. Да? Близнецовые пламена. Или родственные души. А это мой ужин.
будет сегодня. Я все-таки решила поесть творога. Андрюша готов мясо с картошкой. Время без 15:12. Я подумала, а почему бы мне не накрасить брови? Графит я купила цвет. Да потому что коричневый под блонд не подходит. Он слишком выделяется, слишком яркий. А графит получается как серого. Как раз для... Я посмотрела. Как раз для блондинок графит. Новая ночнушка. Илюха уже заценил. Говорит, что ему вот это больше понравилось. Он говорит, ты сразу вошла, я прям сразу тебя увидел. Ты такая яркая в ней. Так что вот так. Серое видно? Класс, да? Смоем потом, посмотрим. Я только что вышла из ванны.